Всем привет! Сейчас мы, короче, я с женой. Вот она купила 3 ананаса в Израиль. Потому что в Израиле они дорогие. Здесь они 1 евро за килограмм. Ну, короче, мы выпили 2 бутылки шампанского. Детки уже спят. И мы сидели здесь на балконе у себя. Сейчас вам покажу балкон. Вот он балкон. Свет включается. Ну, короче, здесь у нас стулья. Смотрели, что из балкона здесь какая-то забегаловка. Вот, посмотрите. Очень много людей туда приходят, что-то берут. Но днем она закрыта. А вот сейчас она открыта. И нам это стало очень интересно. Она сказала, что пойдет сейчас с телефоном, купит, посмотрит, что они продают, купит, мы попробуем. Заодно снимет на свой телефон. Потом я вам покажу вылог. Напоминаю, это мы в Греции, на острове Родос. Вон, смотрите, там цыгане идут с детьми, с колясками. Вот моя жена вышла, решила посмотреть, что там продается. И заодно поснимать. Это я из балкона снимаю сейчас. Вот она идет. Вот она идет. Идет покупать, смотреть, что там продается. Не стесняется и сейчас будет спрашивать их, чтобы снять видео тоже. Заодно снять видео. Показать хочет на меня. Я ей сказал, посмотрим, сможешь ты. Снять видео для меня. Какая-то забегаловка, очень-очень интересно, что там продается, мы не знаем. Днем всегда закрыто, а по вечерам открыто, и люди приходят постоянно. Прямо напротив нашего жилья, нашей квартиры. Там слева, короче, примерно метров 500 от нас море, это считается центр города Родос. Очень много цыган тут. Заметно прямо. Ну, сам город тоже интересный, древний город. Сейчас посмотрим, что она там заснимет нам. Короче, она снимает сама себя, ей не разрешили туда снимать. И она думает, что она не палится. В темноте. Не знаю, что там будет, можно будет увидеть, но посмотрим. Такое палево вообще. Короче, ребята, у меня жена, я не знаю, что она там делает, но уже полчаса она туда-сюда переговаривается со мной через WhatsApp, что-то там болтает, наверное, она их уговорила все-таки снять внутри, как они это готовят. Но если нет, то мы сейчас она принесет 2 порции, и мы посмотрим. Не знаю, 2 порции или 1 порцию, посмотрим, что она принесет. Да, что-то она там разговорилась. Спустя полчаса, как я уже жду, она там
Что-то разговаривала, не знаю, что она там делала. What are you doing there for half hour? I really wait in the line. Many people buy and go, buy and go. Not my alone, because they have the phone call. Oh, they have more order. Yeah, they make takeaway. So what you buy? You know, first they don't want to take money. Never mind, just... So I pay in 15 seconds. How much you pay for this? You know what happened? How much you pay for this? They don't want money, nothing. No, but how much you pay for this? You know what, the trail? What is it? Chicken? Yeah, chicken inside. And chips? Chips. And tomato? Yeah. And yogurt? Yeah. And how much you pay for this? You know what happened? They don't want me all the money. But I so feel really so bad because I asked them so many information. For me, they say, take it. I pay them for 5 euro, 5 or 15 chicken. It's nothing for it. 5 euro you give them? I say, okay, give for them tip 5 euro. No, but they, how much they sell this? If they sell this, it's something like an, I don't know, look, they make cash. 2 euro. Короче, стоит эта фигня 2 евро, 2,40. Она им дала 5. Я не знаю, что там произошло. Because I wait so long. После двух бутылок шампанского, yeah. Вот такое, вот такая вот история произошла. Chicken, chip. Какой-то chicken, chips, сезики и помидоры. Питьев такой. За 2 евро в Греции. But at first, you know what happened? I told them because we're traveling some different country, we introduce about the food and traveling. And I on and on and waiting. I start to talk to them, ask them, can I go inside the kitchen to make an feel some video? They said, no, you cannot, I'm sorry, la 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 la. Okay, I ask something different. Like what time you start to open and what time You start to ask them too much. Yeah, because I have no choice. And after and I say, after you know what happened? They say, you know what? Get it for free. And then I'm sorry. Me and my son. Because you speak too much, they want to give you for free. And I live in this building and very curious. And I want to know. And you not say to them and how many children we have and No. We just announced all the story of my life. No, I just say about we're traveling here tomorrow and my last day, but every day we see in your shop how many people waiting for your line, and we want to know how this special food do you have. Okay, so now we know this is what they sell, and people come, a lot of people come to buy for this bullshit. Do you understand? This is the place we'll be living for the tourists. Okay, I will eat it now. No. You want to have a bite? No. Why? No, it's time too late to eat it. Короче, фигня полная. Продается. И греки хавают за 2 евро. Takeaway. 5 or much 15 shaken? It's okay. I also keep tip in this ring. I don't feel it. How you feel your chicken? Ну, короче, не удалось у нас с этой фигнёй, с этой жрачкой. Греческой этой шавармой. Зато попробуем сейчас греческую узо. 46%. А потом ляжем спать. Дети уже спят. Всем пока. No.